Познакомиться поближе с жителями, узнать их потребности и помочь – главная цель выездных встреч кандидатов в Совет депутатов округа. Такую встречу в поселке Озерецкий провели Дмитрий Розинский и Светлана Тарасова. Они рассказывают о своих каких-то проблемах, с которыми они сталкиваются в своей жизни. Ну и, по крайней мере, мы постараемся выяснить, что можно сделать. Очень важно, чтобы сегодня не давать ложных обещаний нашим избирателям, потому что вот это самое страшное, когда люди перестают доверять. В топе обращения традиционно вопросы по благоустройству и ЖКХ. Все они относятся в народную программу партии «Единая Россия», чтобы дальше по ним работать.